С борта космической галеры прямиком на одесский рынок. Привоз посетил владыка ситхов, кандидат на пост мэра Южной Пальмиры Дарт Вейдер. Невзирая на ощутимый голод после полета, борец за справедливость решает не только купить продукты, но и бороться с недовесом. Мы ударим по недовесу. Соответственно, я пришел за самым главным, это за салом. Я его очень люблю. Вот. Обычно я как бы не кушаю, но что-то сегодня кильки захотелось. Вот. Сегодня буду искать кильки обязательно. Вейдер, его штурмовики и Чубакка, приобретая продукты, проверяли вес. Доверенное лицо императора Палпатина на этом рынке никто не позволил себе обмануть. Приобретя творог и брынзу, темный лорд ищет свой любимый продукт. Сколько у вас есть? Это все, блин, 36 где-то. 36 килограмм, верно. Вешайте 36 килограмм сала. Хороший сало. Многие одесситы не могли поверить своим глазам, что перед ними самый могущественный из ситхов. Надежда для младенцев и опора для пенсионеров Дарт Вейдер не обижает слабых, он знает, за все нужно платить. И поэтому справно расплачивался за продукты. Не страшно вообще. Наоборот, я люблю обслуживать хороших покупателей. Именно на верховного главнокомандующего имперской армии горожане возлагают большие надежды, желая видеть именно его на троне владыки города. Я на протяжении нескольких лет делаю для Украины безвозмездно что-либо. Поэтому украинцы поняли, кого они хотят выбрать. Для Одессы Дарт Николаевич Вейдер уже много сделал. Разгромил 5 наркоточек, вернул 46 соток земли в отраде, отменил плату за парковки, убирал последствия урагана и отменил конец света. А вот предыдущий мэр не оправдал ожидания. Вообще-то когда-то я уже этим городом занимался. Довольно-таки и поставили ставника Костусева, который не справился со своей задачей и был отправлен на планету Тупые для дальнейшего обучения торговли картошкой. Сейчас он в Виннице, между прочим, очень хорошо ведет бизнес и возглавляет антимонопольную картошку. Став мэром, темный лорд переселит всех тещ Одессы на остров Змеиный без права переписки. Национализирует Черное море, будет взимать плату за пользование одесскими водными ресурсами с Турции, Румынии, Болгарии и России. А в рамках городской программы «Город будущего» построит социальное жилье в катакомбах. А пока в городе Звездной империи есть одна галактическая проблема. Проблема в том, что я не правлю этим городом. Это главная проблема. А конкурентов у звездного полководца как не было, так и нет. Чубак. Ты знаешь, кто станет мэром? Конкуренты? Я еще в третьем эпизоде их замочил. Кандидат с человеческим лицом твердо намерен победить на выборах. За выдвиженца от интернет-партии Украины Дарья Сидоровская, Алексей Чиповский и Думская ТВ.